Парк Харинка ждут большие перемены. Об этом в своем инстаграме сообщил Владимир Шарыпов. В планах благоустроить родник, завершить освещение основной тропы и перейти к периферийным дорожкам. Также заасфальтировать и расширить парковку. Есть и глобальные планы – создать благоустроенный пляж. Конечно, у меня в мечтах сделать вот тот второй пляж, который мы сейчас признали официальным. И создать необходимую инфраструктуру, в том числе для лыжной базы, чтобы у нас в городе наконец-то появилась освещенная лыжная трасса. И к ней, конечно, необходима дополнительная инфраструктура, которую как раз и можно создать вот на этом пляже. И мы ждем предложения от инвесторов и по пляжу, потому что мы считаем, что это будет, конечно, окупаться, и по фудкорту. Изменения в парке уже начались. На этой неделе заменили санитарную комнату. Кроме кабинок М и Ж, есть еще кабинка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благоустройство не закончится на центральной аллее. В глубине парка смонтировали сцену. Ее планируют использовать для концертов для детей и молодежи. Здесь поток посетителей увеличился, в том числе и из-за того, что вот благоустроена эта тропа. Во много раз увеличился. Контингент изменился резко. Людям я, конечно, благодарна за то, что они соблюдают вот такую идеальную чистоту. Вот то, что мы здесь приберем, и они стараются, это видно. Народу стало больше. Площадку рядом со сценой предстоит осветить, установить здесь лавочки. Пока электричества нет, но есть возможность запитать инструменты от переносных источников. Дебют на новенькой сцене пройдет уже в субботу. Приглашаются все желающие. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.